По меньшей мере 4 человека погибли, более 500 пострадали в результате удара тайфуна Меги. Он обрушился на восточную часть Китая. Больше всех от стихии пострадал город Цюаньчжоу. Там шквалистый ветер вырывал с корнями деревья и переворачивал автомобили. У ряда зданий в городе повреждена или полностью разрушена кровля. Местные власти подсчитывают ущерб, а метеорологи тем временем предупреждают, что тайфун движется вглубь материка и может дойти до провинции Гуандун.